Всем привет! Мы приехали, вернее, зашли. Мы приехали по другим делам, но зашли в магазин, где продается все такое инструментально-музыкальное. Мама, лампочки двигаются. Угу. Цветомузыка. Это диджей-установки, да, Виталь? Да. Я смотрю цены, просто хочу. 247, но я не знаю, что сюда входит. Но есть 997, 1997. Ну вот входит сам пульт, вот топ, ну, программное обеспечение. Колонки, да? 697, 299, 199, 139. Ой, здесь столько всего. Видишь? Гитара. Виталькина тема. Сколько стоит? Кстати, дорогая она, по-моему, да? Дай. Виталь, сколько стоит? Дай. 2699. Папа, тебе идет. Может, тебе на сцене выступать уже? А, Виталь? Концертная установка, да? Вот это пультяра. 3599, 3600, короче. Это, короче, можно дома записываться, сводить и организовать свою звукозаписывающую компанию на дому. Есть все. Вы можете построить для себя все от источника звука до оконечного каскада. Микрофоны, пульты, вот усилители, шнуры, коннекторы, гнезда, готовые блоки, в которые можно вставлять электронные блоки, делать то, что вы хотите. Научиться играть на гитаре, мечтали об этом всю жизнь. Купите себе вот такой вот комплект. Здесь вам расскажут, как устроена гитара, как на ней играть. Вы разучите нотную грамоту. И здесь есть записи синглов и гитарных рифов самых популярных исполнителей. Здесь очень много, да, литературы, самоучителей по разным. Гитара, пианино. Ева, тебе идет. $129 такая стоит. Давай, наяри, гитара синистая. Большевато немножко. Знаю, какая прекрасная. За $188. Это все люди играют, кстати, испытывают их много людей. Некоторые люди в этом магазине проводят по полдня. Сколько здесь гитар, мама дорогая. Навеяна тема 102. Вот здесь точно не выбрать гитару, это уж я не знаю, что еще нужно. На похожей гитаре играли Джимми Хендрикс, Гарри Мур. 299, 400, 189, 124, по 54 есть даже гитара. 599, 699, разные цены, очень много. Кстати, вот за 54 другие, тут есть еще уже бэушные, они их как-то реставрируют. Восстанавливают, да, ремонтируют. И продают заново. Я думаю, те, кто знает гитарную тему, знают эту фирму. Она немножечко юзанная, есть тут пару сколов, царапин. Нет рычага на машинке. Ну, $54. В принципе, вы можете включить ее к усилителю и послушать, как она звучит. 599. Это культовая гитара. Это Fender Stratocaster. Красивая. $600. Еще в другую комнату зашли. Это Евина мечта. Она все хочет играть на барабанной установке. Ну-ка, давай, бери палочки, Ева. Вот еще малыш тоже играет.
бам-бам сверху. А что-то не слышно. Виталь, ей только слышно, что ли? Что? Ей только слышно звук? Да. Сбылась Евина мечта. Вот будет у нас свой дом, может быть, и купим. Хочет она. 999,99. Короче, $1000. Так научишься. Давай. Стучи. Смотри, вот так. А это? Можно стукать по краю. Можно стукать так. Сколько у тебя барабанов? Давай, стучи. Молодец! Классно! До педали не достает, да? Джазовый ударник. $29. А вот то, что Ева держит. Это бубен. Бубен с палочкой. Яйца нашла. Яйца, да что? Фрукты музыкальные, да? Какой музыкальный инструмент? Сколько здесь всего? Зашли еще в одну комнату закрытую. И здесь куча акустических гитар. Куча просто, я не знаю. Очень много. И там еще комнатки. И вот там комнатки. Ой, какие маленькие. Вот можно будет ее взять гитару. За 59? Не велика ей? Нет, нормально. Нет, тут такой книги про ноты. Нет, тут такой книги про ноты? А ты понимаешь в нотах что-то? $3,599 повыше.
Забыли вам снять, как называется этот магазин. Вот, смотрите. Гитар-центр. Это номер дома 8825. По-моему, это по какой улице? В общем, рядом 8 фривей. Вот. Это близко очень Гроссман Плазе. Если кого интересует, очень классный магазин. Там еще можно взять в рент инструмент. Ну, арендовать, в общем. Вот Walmart впереди. В общем, это очень-очень близко к Гроссман Плазе. Гроссман Центр. Вот эти магазинчики. И вот гитар-центр. Тимобил здесь. Вот там Гроссман Хоспитал. Сегодня снова очень классный денек, солнечный. Градусов 25, наверное. Ну, вот мы все в футболках. И нам хорошо. Кофточку не надо сегодня надевать, очень теплый день. А вот тут на перекрестке Trader Joe's, это тоже маленькая плаза, практически напротив большой Grossman Plaza. Trader Joe's — это европейский магазин, там интересные такие продукты, молочные продукты хорошие, вина хорошие, недорогие. Но мы любим этот магазинчик, вот он как, Trader Joe's. Решили мы заехать на Plaza Grossman Center. Там кто-то поет, интересно. Сами посмотрим, вам покажем, что там происходит. Тем более тут все рядом. Кстати, здесь вот витамин. Витамины продаются. И вот мы подъезжаем, что-то там. А там они закрыли проезд. Но мы можем выйти, наверное. Кстати, девочка на ударниках. Мы приехали в Walmart. Там нам нужно посмотреть кое-что. И говорим вам пока-пока!